В четверг в Кирове был побит вековой температурный рекорд. Температура воздуха в этот день поднялась до 15 градусов, что на 0,4 градуса больше, чем в 1917 году. Видимо, это было такое красивое прощание теплой осени с кировчанами. Прогноз на ближайшие дни не очень оптимистичный. Кажется, пора доставать зимние вещи. Что обещают синоптики завтра, подробнее расскажет наша очаровательная Жульен. Всем привет, я Жульен, и я расскажу о погоде на завтра. Одевайтесь теплее и возьмите зонт. Синоптики обещают дождь. Днем температура воздуха будет всего 3 градуса тепла. Ветер подует с запада 3 метра в секунду. Ночью температура упадет до минус 3 градусов. Будет ясно и без осадков. Хороших вам выходных. Пока-пока.